Всем привет! Привет, подписчики! Наконец-то мы с пацанами вот первый раз за период войны собрались все вместе, и мы приняли решение, дуже волевое, продолжить нашу работу в Ютубе, чтобы чуть-чуть как бы вам разбавить обстановку в это непростое время. В общем, сейчас вы побачите пилотный выпуск нашего нового шоу. Ну, если оно вам понравится, то ставьте лайк и, конечно же, оставляйте в комментариях свой фидбэк. Ну і ми продовжуємо робити добрі справи і збираємо кошти на допомогу постраждалим містам та ЗСУ. Усі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео або скануйте просто QR-код з екрану під час перегляду. Ну, якщо ви хочете підтримати особисто розвиток нашого каналу, то ви можете стати нашим патроном на Патреоні та отримати доступ до ексклюзивного контенту, або відправити свої донати на спеціальну картку на підтримку нашого каналу. Так що дивіться це відео, зекайте, кайфуйте. Щось там морщиться, сонце світить? Трошки, да. В цьому випуску хлопці мають розповісти новину про смерть Путіна. Привіт. Приветствую вас, приветствую. Як справа? Это что значит? Кто? Что это значит? А, как дела? Как дела? Живем, а вас думаем. Да, и что там? Ну, говорят одно, по третьему другое. А мнение третье, четвертое, пятое, я не учитываю, первое. А сегодня нам прилетела в Киев ракета в жилой дом. Ну, я так думаю, что там не просто к нам прилетела, правильно говорю? Ну, просто. Просто в жилой дом прилетела. Ясно, ясно. Хоча я читал сегодня новость, что Путин сдох. Это правда или нет? Не, он будет жить вечно, мне такого ощущения. Да? Ну, скорее всего, да. А у него есть двойники? Вот правда это или нет? Да у него 5 двойников, ты что? 5 двойников у Путина. Просто... Мы замечали, у него разные уши везде. У меня уехал служить там, ну, знакомый. Он говорит, со мной вместе едут 320 тысяч человек народу туда. Я говорю, а зачем? Ну, усиление группировки, говорит, будет происходить. Я учу там до конца. Он говорит, мы должны прошагать насквозь и потом обратно вернуться через них же все. Я говорю, понятно, все. Через что прошагать? Через Украину, говорит, прошагать должны все полностью. А потом обратно, говорит, домой вернуться. А как так он не прошагает? Я не знаю. Здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а вот у нас просто в Украине и у вас в России разные паблики, телеграм-каналы и новости. У нас сегодня все... Почему они разные-то? Ну, потому что каждый показывает... У нас телеграм, у вас телеграм. Ну, все равно, каждые каналы показывают свою позицию, правильно? Какие каналы? Ну, я ваши каналы все смотрю. У вас сейчас там один канал. Круглосуточно там они друг за другом вещают. Я смотрю. Мы ваши тоже смотрим. Ни хрена не смотрите. У вас не показывают. Нет? Нет, ну как это нет? Ну, в смысле? Ну нет, потому что наши все каналы не показывает Америка. А мы что, американские каналы смотрим? А какие? Мы смотрим свои каналы. А на каком ресурсе вы смотрите каналы? На ресурсе телевизор. А еще какой в телеграм-каналы, которые находятся в интернете, в приложении телеграм. Телеграм у нас одинаковый. Что у вас телеграм, что наш телеграм. Но каналы-то разные. Каналы разные. У нас по новостям передают, что Путин сдох. Это правда? Что у вас говорят в России? А у нас говорят, Зеленского на кол посадили в Киеве. Это правда? Не, неправда. Ну вот, и это неправда. А это проверенная информация? А у вас проверенная? Нет, поэтому я звоню и проверяю. А я вот сейчас спрашиваю, как? Обманывают, да? Нет. Мне это, знаешь, неинтересно вот это вот. Ты какашками кидаться в песочнице. То, что я какашками в песочнице бросаюсь, это проверенная информация? Тем более ты еще жид пархатый, да. Шел вон. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а где можно приобрести такой подсвечник? Купить фотообои. У вас фотообои, да? Да. Круто. Я из Украины, короче, и нам сегодня в новостях показали информацию, что умер Путин. Я новости сегодня еще не смотрел, поэтому ничего не буду говорить. Может быть, вполне, да, такая штука? Вернее, я их вообще не смотрю, я только украинские смотрю. Как я... Смотри, все украинские новости... Ты смотрю, как я могу знать, что у нас тут творится. Это же в украинских новостях и показали. Ну, я только ваши смотрю, наши не смотрю.
А чего вы не смотрите свои новости? Они же там правдивые, классные. Покажу. Да, ничего там интересного. Вот знаешь, когда было интересно наши новости смотреть? Так, когда? Когда был Жириновский живой. А что, Жириновский умер? Конечно. Когда? Да вы что, когда? Вот, буквально на недельке, да. Да вы что? Смотри. А от чего он умер? Что с ним случилось? Вроде же такой молодой, бодрый. Говорят, что это прививку сделал от коронавируса и не пошла она. Так спутником, наверное, да? Неизвестно, Pfizer, спутник, неизвестно. Не говорят. Ага, а какая лучшая вакцина? Pfizer, Майзер, Систер или Брайзер? Я просто тоже хочу сделать себе. Я ничем не бахался. У меня противопоказания от врачей, так что я ничем не бахаюсь. Два раза просто переболел и все. От этой прививки, если тебе будет советовать, лучше не бахайся, а то можешь ЭКО не сделать. А бахнуть можно. Не, бахнуть можно. Бахаться нельзя. Это восьмая заповедь Божья. Не убей, не укради, бахаться нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Я дома. В гараже. Вы от кого-то хаваетесь? Вот гараж. У нас что-то со связью. Бывает, бывает. Может быть, у нас, может быть, у вас. А этот, я хотел узнать. Я по белорусскому телеграм-каналу сегодня прочитал новость, что Путин сдох. И я хочу узнать, правда ли это. Я этого телеграм-канала не читал. Не знаю. После нашего с вами разговора я обязательно задам этот вопрос. Хорошо. Ну, что, ну, правда, неправда, интересно. Та и хотелось бы. Мне тоже дюже приемно, дюже интересно. Ну, на созвоне тогда. Давай. Я не могу, я начинаю колоться, вы не смешно, да. Ну, там дивно, морда на высекал, только квадратно. Я с Украины, у нас по новостям трубят, что Путин сдох, это правда? Ну, вы вообще, в принципе, очень мечтательная страна, поэтому... А он бессмертный, да? Конечно. Бессмертный? Для вас это плохо или хорошо? Для нас это плохо. Ну, значит, ваше плохо не закончится никогда. А вам сколько лет? За 30. И вы бы хотели, чтобы вас Путин пережил? Безусловно. Здрасте. Здравствуйте. Наконец-то один нормальный человек вроде появился. А то все какая-то детвора. В школе не учится, сидит в чат-рулетке. Ну, а вы бачили, что там воно и голые сидят, и какие попало сидят там? Ну это понятно, просто мы как пролистываем. А вы музыкант, да? Не. Не. Это у меня это. Диджей? Внук. А, внук. Я этот хотел узнать, вы ж меня понимаете? Ну конечно. Понимаете? Я хотел узнать, у нас там по новостям, ну, там в телеграм-каналах, в соцсетях начали передавать, что Путин умер, сдох. Нет, я такого не слышал. Не чули? Нема вас ніде, ничего не кажут? Ничего такого не слышал. Жириновский помер, да. Так от, я ж тоже там дивлюсь, Жириновский, да, він прийшов до нього, типа, на похорони, і я думав, що і потім нам передали, що і Путін теж здох. Я от хотів узнати, типа. Нет. Пускай живет пока. Ну, а я бы хотел, чтобы сдох, если честно. Ну, вам, конечно, он не в мазь. Да. А для нас он пока нормально. Но не тоже не все. Нам не все нравится. Половина, может, и даже больше не нравится. Но, по крайней мере, что-то делает. А другие этого не делали для России. Я просто в истории не силен. А до Путина еще кто-то был президентом? Ну, такой мудак был. Ельцин? Да. А, так все, два. Что ж, вам нема с чем сравнивать. Так, Горбачев был, мудак был. Но я не застал, наверное, Горбачева уже. Ну, дело в том, что, понимаешь, дело-то в чем? Что Путин, ну, тут в стране уже как бы создается, если раньше решал он один, ну, все, то сейчас уже в страну, как тебе сказать, уже коллегиальное руководство, то есть Путин уйдет, все то же самое будет. 2000 years later. Вот эту всю люберду уже хвост прижали, уезжали они, кого надо, раскулачили. Ну, осталось немножко. Даже Чубайс уехал. Чубайс это кличка? Или это нет, живой человек? Фамилия такая. Из «Звездных войн» Чубайс? Тот, что с Люком Скайуокером дружил? Нет, тот, что...
ваучеры, помнишь, внедрял? Его назначали на все высокие должности, и вот он все до возможности, что мог, разваливал на запад, туда-сюда, на высоком уровне там. А вы боитесь там уси, да? Вам страшно? Боитесь, ну, Путина, боитесь их всех? Я не понял еще раз. Но вы боитесь их усих? Страх есть у вас? Перед кем? Политиком. Перед всем там, всем тем. Есть страх? Какой страх? Я что хочу, то я говорю, что мне. Первый, кто вот это дело все прижал к стенке, это Путин. Он им нажал на яйца. И все эти ребята, которые на халяву отсюда все вывозили, деньги, нефть, газ, все он яйца прижал, отобрал у них контрольные пакеты, акции. Его, наверное, отключил кто-то. Ну пропал мужик, пропал, тупо сразу пропал. Начал говорить про Путина и пропал. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это ты с бритвой вены будешь скрывать себе? Да ну тебя побрить чебушил, блядь. Да? Так побрей. А на заднем фоне что это за детское гей-порно у тебя? Я тебя обзвал сейчас? Я тебя обзвал, но я же нормально позвал. Ну, конечно, ты сказал чепушила. После того, как ты меня обозвал. Я спросил, или ты вены скрывать будешь? Я ж тебя не обзывал. Чепушила, для тебя комплимент, блядь, ты чё, блядь? Можно задать вопрос? Хоть два. Я с Украины, у нас сегодня по новостям передают, что Путин сдох. Это правда? Нет. Не правда? Нет. А как ты вообще к нему относишься? Положительно. А что конкретно для тебя Путин хорошего сделал? Разъебал нацистов, блядь. Каких? Ну, типа тебя, блядь. Да? Так что ж, я же сижу с тобой, ну, разговариваю, как он мог меня разъебать? Ну, тебя нет, блядь, вот твой, ладно. Ага. Давай, стриги вены. Добрый вечер. Добрый вечер. Ух ты, хорошее заведение у вас, это ресторан какой-то? Не-не, это мы в гараж доехали, машину ставим, домой сврасти. А, нормально. Ну, пятничка, вечер, да. Какие планы вообще в пятницу вечером? Так, да, блядь, сегодня планов никаких на пятницу вечером. Уже, во-первых, у меня поздно уже время, я с Дальнего Востока. Угу. Во-вторых, завтра на работу мне. Стратегический объект у меня. А, это что такое сейчас стратегический объект? Сахарный завод какой-то? Нет, я космодром у меня, я на космодроме работаю. Ничего себе. И что вы там делаете? Ну, если вам неизвестно, допустим, может, недели полторы назад открылась у нас пятая стартовая площадка. Пятая. Пятая? Я только третью последний раз слышал, уже у вас пятая. Ничего себе, вы, конечно, темпами мощными летите. Я только про третью слышал. Я из Украины сам, в Киеве сейчас сижу, и у нас в новостях только что показали, что умер Путин. Я вообще на это сомневаюсь, там вообще верить можно, нет. Даже фейкам этим нельзя верить. Нет, нельзя. То есть он живой, скорее всего, да? Однозначно. Даже если он умрет, у нас еще их 22 штуки. Мы найдем другого, если даже еще и будет беда с ним. Такого же детского, классного, как бы, ну, короче, ну... Сами понимаете. Лучше в мире не найти. Одни пиздобулы, да какие-то там, блядь. Эти как их там, блядь. За ценности эти там, блин, там, непонятные какие-то, короче. Я максимум еще Лаврова бы рассмотрел, Лаврова. Лавров хороший еще. Лаврова это как его зовут? Лист или как вы? Как же его зовут? Сергей Иванов? Лаврова зовут Сергей Иванов? Не-не-не, подожди, я перепутал. Как же, блядь, вылетел с головы. Драчуна два. Тупо два драчуна русских. Бумажка «Слава Украине» написана. Здравствуй. Привет. Елисей, ты? Да-да, Никифор. Как у тебя там дела? Смотри, что я делаю. С крыши будешь прыгать? Да. Слава России. Че, блогер, да? Не, а с чего вы взяли? Не знаю, какой-то марафет вокруг тебя такой. Не, просто хорошо живем, наверное. А где ты там так хорошо живешь? В каком месте? Можно поинтересоваться? Город Киев, Украина. А, Киев, да? Угу. А, ну, вам недолго осталось, я думаю. Да, сколько примерно? А ты думаешь, я там воюю, что ли? А вы не решаете ничего, да? Я на пенсии сижу, мне зачем? У нас армия там воюет. А. Нереально четкие пацаны там воюют. Нереально четкие, да? Они скоро к вам придут в Киев. Да, конечно, уже приходили. Да. Они же приходили, по-моему, выхватили и ушли. Как-то они так. Приходили, одно задание сделали и отошли. То, что надо было, они сделали. А что они сделали в Киеве? Ну, тебе зачем это знать? Ну, я знаю, что они сделали. Надо, они сделали. Понасиловали женщин и детей, типа, это им надо было это сделать?
Задача такая. Ой, ты что здесь натурил, блядь, эту хуйню? Уже всем ясно, что это была постанова ваша. Серьезно? Все знают. А ты продолжаешь, как попугай, об этом говорить. Вашу 80-тысячную группировку просто перемалываем санцепеками, огнеметами, артиллерией. Просто в пыль превращаем. Мы с ними закончим и придем к вам. Все, жду. Понимаете? Я хотел уточнить одну штуку. Ваша очередь. Смотрите, у нас сегодня в новостях показали такую новость, что сегодня скончался Владимир Путин. Скажите, это правда или тоже какой-то фейк? Ты поменьше смотри свое телевидение. Я один раз посмотрел ваши новости, я чуть не охренел. А что там показывали? В России, говорит, закончились ракеты. И как можно в это верить? А что там еще? Что страна, которая производит ракеты и продает на весь мир, у них, говорит, закончились ракеты. Вы в своем уме вообще? Что вы несете? Или во что вы верите вообще? Вы же фуцины и очкошники. Вы еврейские сучки. Вы католические шлюхи. Понимаешь, вот вы кто. Вы просто бледье. А мы вы, судя уничтожать. По этому спичу, высокоинтеллигентная, а развитая черт, нация. Твое место, твое... Ох, здравствуйте. Здравствуйте, вы заболели? Я? Да. Соу-соу, да, чуть-чуть. А-а-а. Глаза болят, и это самое. Аллергия здесь, и в результате сижу в маске. Я хотел... Мы поговорим по-человечески, либо будем ругаться сразу, давайте... Не, рискуем. Я не хочу ругаться, я хочу просто узнать, я зашел в чат-рулетку узнать вопрос. В телеграм-каналах там некоторых у нас начали писать, что Путин сдох. И я хотел узнать, правда ли это. Потому что это про примерно то же самое, что у нас в телеграм-каналах пишут, что с Зеленским что-то случилось. Я не знаю. Ну, про Жириновского правда? Про Жириновского правда? Я что-то слышу, что было там какие-то по новостям показывали, но я, честно сказать, я смотрю по телевизору, я смотрю только футбол и все. Ладно, все. Хорошего вечера. Мы с вами тогда вот, ночью будем говорить. Вам тоже будьте здоровы и помните то, что не все люди сволочи. Везде есть сволочи, везде есть нормальные люди. Я желаю вам, чтобы вы никогда... Надеюсь, что настанет у вас там время, что вы не будете бояться своей власти. Я уверен, что когда-то это настанет. Все. Хорошего вечера вам. Сюда, я не могу, блядь.